Я еле-еле достроила. Чики-бомбони лам больше нету. Шахту мы сделали в прошлой серии. И почти я доделал вот это. Это ферма уже работает, да? Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас новая серия выживания. Вы не думаете, что я все просрал. У меня вот все хорошо. Это все в кирку алмазную я саму первую просрал. Ебой. Так. Кстати, а что если сразу вот так сторон сломать? Типа мы будем здесь забирать. Оп. Ну, я думаю, только вот с этих сторон сделать, да и все. Вот здесь мы будем еще их убивать, там это. Ну, удобно. Так, блин, уже наступает ночь. Я, кстати говоря, собрал там огород наш. Потому что огород, все у нас уже вон. Я их обратно посадил всех. Сегодня мы попытаемся уже достроить ферму опыта. Мне там остались, ребята, только осталось только сделать крышу. И ферма, кстати, как вы заметили, уже начала работать. И вот эту алмазную кирку, вы думаете, почему ты ее не используешь? Я не хочу ее пока что, ребят, тратить. Нет, нет, там, наверное, кто-то сейчас соспается, но я не знаю. Так. Спускаемся, да, то будем где-то 3 стака, да, наверное. 3 стака, я думаю, будет достаточно. О, ребята, наконец-то я пришел со школы. Господи, как я устаю от этой школы. Мать моя женщина, спускайся, спускайся. А, кстати говоря, я шахту нашел. Смотрите, сколько я здесь копал. Я здесь это. И вот здесь вот я нашел шахту. Ну. Так. Ну что ж, давайте копать. Давайте где-нибудь вот здесь. Да, вот здесь. Начнем копать, да? Надеюсь, мы добудем. Все будет прекрасно. Так, ну вот это вот надо добыть. Опа-на. Вот об этом я и говорил. Вы посмотрите, что я нашел. Посмотрите, я шахту про. О, мать, о, не, о, не, 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 не. Я тут не при делах. Все, меня нет. Я в домике. Мне нормально. Так, все, добываем. Так, все, добываем, добываем. Мне, кстати говоря, новые задания написали. Сейчас я вам их почитаю. Сейчас. Так, так, так. Какие там новые у нас комментики поступили? Так, вот один, нет, вот который вчера ролики 2 вышло, да? Да, у нас вчера 2 ролика вышло или 3? Вроде как 2 или 3, ну, короче, посмотрим. Вот здесь мне написали, а, вот. Заведи ламу и назови ее Даша. Да, отличное имя, Даша Путешественница. Классное имя. Мне там вроде, ну, мне вроде только это задание написали одно и все. Больше мне вроде как ничего. Господи, я не чешу свое ухо. Ой, а, да, ты ухо или что-то там чешешь, я не могу понять. Идите в жопу. Всё. И где теперь? Давайте здесь, да, начнем. Все, вот это будем ломать, все добывать. Давайте еще вот этими блоками будем заменять. Так что берем и диориты, это, в общем, прекрасно. Слава богу, у меня есть запасные алмазные вещи. Это прекрасно, просто прекрасно. Мне вообще надо новые алмазы искать, потому что в скорое время у меня точно и те запасные закончатся, и все. Так что придется будет там делать что-нибудь. Кстати, это, ребят, это 21-я серия выживания уже. Вы прикиньте, как долго уже она идет. Да, мне вроде все написали. Да, не, нет, какой-то мне еще написал. Не знаю, правильно ли что-то так. Один комментарий. Опять Владко какой-то. Ван. Ну, это просто, я думаю, не знаю, байт, возможно, на подписку. Он специально говорит, что ты подписался на мой основной канал. Тут... А, вот, подожди. А, нет, все. Все, конец. У меня только одно задание. Больше мне ничего не писали. Добываем, добываем. Сейчас быстренько, ребята, добудем, сделаем бесконечную ферму опыта, и все, у нас будет опыт фармить. Карди, что ты там копаешь уже? Так, уже сколько у меня уже? 11. Ага.
Смотрите, как мы ему шахту уже разрыли. Так, здесь нет. Хотя... Господи, что у меня Майнкрафт? Давайте здесь, да? Сейчас вот это вот мы... Оп. Поставим где-нибудь вот здесь. Здесь достаточно темно. О, точно, давайте вот добудем. И сделаем нам тут свет. Потому что света что-то тут нету. Так, подожди. Арня, куда ты идешь? В спальню туда нельзя. Ты у нас жирный стал. Нифига не пролазишь. Ну-ка, все, на место. Опа. Нет, пойдем ко мне. Опа, ложись. Ложись, все. И пока что это будет достаточно. У меня хоть у меня дерева нифига нету. Классно. Фига себе, мы сколько можем сделать. 94. Классно. Так, ладно, добываем. Давайте вот здесь. Тут, ну, вот так чуть-чуть покопаем. И будет, думаю, достаточно. Надеюсь, нам уже хватит блоков, потому что, честно говоря, я устал уже добывать. Опа, 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 вы видели здесь? Здесь эндермен. Здесь эндермен стоит. До свидания. Ну все, я думаю, пока что будет достаточно, погнали. Но мне так кажется, мне ни хрена не хватит, чувствую я, да? Ну, если повезет, конечно, то может и хватит, но я не знаю. Кстати, ребят, 21 января будет юбилей у нас один очень интересный. Арнольд, ко мне! Арни, ко мне! Ко мне! Арни, ко мне, говорю! Туда нельзя, фу, 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 туда нельзя! Ко мне! Чё там, упали мобы? Нет, не упали, смотрите. Арни, ко мне! Фу, ко мне! Быстро ко мне! Всё. Так. Фух. Так, мобов вроде нету, да? Да, они прям, ребята, вот здесь вот шли такие, оп, упали и поплыли. Кстати, смотрите, тут плюсы мешать. Я, короче, решаю здесь дырки все-таки поломать. Думаю, ничего страшного. Парни, не рычи, я тебя даже не задел. Так, ладно. Все, теперь будет. Теперь надо достроить крышу. Я за кадром чуть-чуть, ребята, там строил. Нет. Но, в принципе, нам тут еще чуть-чуть осталось, и мы достроим. Надеюсь, мы в этой серии достроим. Да, блин, нет, не падай. Все. Так, оп. Оп-оп, все, теперь... Вот это вот, Арни! Арни! Ну, тут нельзя, что ты? Ладно, открою сейчас. Господи, Арни, Арни, что ты туда в спальню хочешь? Иди. Так, теперь надо достраивать. Блин, когда я уже это сюда строю, я честно устал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, смотрите, ребят, нам чуть-чуть тут осталось уже. Достаточно еще чуть-чуть, а мы достроим. О, вот это хорошо. Так, ладно. Я думаю, тут сейчас начнут спавниться мобы, когда я это все дострою. Хотя не точно, а я в этом уверен. Блин, не хватит. Да ё-мо, сколько для этой, господи, фермы надо этого камня? Вы мне скажите, я добуду, только, пожалуйста, не 5 стаков. Ну, вряд ли, не хватит, наверное. Но если повезет, конечно. Опа. Одного не хватило! Одного, вы слышите меня? Я! Сейчас быстро добудем один. Сейчас быстро. Все, погнали. Два надо, чтобы там застроить. Ну все, по сути, ферма готова, да, ребята? Так, нет, давайте... Оп, отлично. Ну все, сейчас там начнут мобы спавниться. Я боюсь сюда. Господи, я обосрался!
Я ведь знал то, что здесь сейчас скелет. Топа-па-па-па-па-па-па-па. Тут еще один блок. Да пошел в жопу. Пошел. Готов. Все, я его туда скинул. Нафиг, все, он там сидит. Так, давайте еще быстро добудем один. Ну и, в принципе, все, ребята, ферма готова, это хорошо. Все. Теперь ферма, ребята, у нас полноценная. Вы посмотрите на бамбук, я решаю этот бамбук сломать. Так, и посадим его в каком-нибудь другом месте. Все, огромная ферма у нас получилась. Я не ожидал, что она такая большая прям будет. Я реально такого не ожидал, она реально здоровая. Надеюсь, ну будем ждать, да? Давайте убьем его. Что? А, подождите, можешь же вот так вот сделать, да? Мы будем близко и подходить. Да блин, давайте я тебя возьму. А. Вот, они не смогут и не выйти, мы вот так вот. Пожалуйста, поднимись. Ладно, будем ждать следующих мобов. Надеюсь, они упадут. Надеюсь на это. Мы тут просто все рассадим. Чтоб у нас прям было все росло. О, нифига себе. Да блински я не хочу. Ну все, ребята, будем ждать мобов. Будем ждать, может я пока буду спать, может упадут они. Ну давайте подождем, наверное. Ну как бы ночь уже наступает. Я надеюсь, мобы смогут упасть. Надеюсь, они не тупые у нас. Хотя они и так тупые, но надеюсь, не настолько. Житель, я бы на твоем месте бы сейчас убегал. Убегал бы. Беги. Все, прячься, молодец, все. Я прям жду. Вот, все. Я просто не буду ничего делать. Я просто пойду. Они сами там будут фармиться, там это. А я спокойно буду заниматься своими делами. Так, все отлично. Ребят, я открыл свой второй канал, называется Рыжий Официал Влог. Все, вводите, подписывайтесь, я там буду выпускать влоги. Давайте поднимемся, посмотрим. Ой. А, здесь еще никого не спавнилось даже. Блин, а почему не спавнилось? Подожди, тут никаких факелов нету, да? Вот здесь где-то в углах, вот где-то вот здесь будет в углах спавниться, наверное. Может, ночью будут спавниться. Скоро, кстати говоря, выйдет новая рубрика. Да. Да ядрём батон, ты задолбал. Так, подожди, давай еще. Давай. Давай. Пожалуйста, сломай. Да. Пам. Пожалуйста, сейчас ты поставишься ведь. Отлично. Ну все, теперь они будут там фармиться. И, в принципе, все. Ферма готова. Криперы тут, наверное, самые опасные будут. А, тут сзади эндермены будут, но эндермены не просто, по сути, выберутся. Сказали мне завести ламы. Где мне их найти, вы скажи? Да, не знаю. Надо его записать, кстати говоря. Да ё-моё. Надо его записать. Надо его записать, чтоб он был. Так, тут эти гуляют. Вот здесь сюда вроде у нас были. Нет, здесь нету. Здесь. Не, у нас нифига нигде нету. Это очень грустно. Но, скорее всего, у меня дома вот здесь вот есть. Я в этом уверен. Что там, мобов нет еще? Смотрите, есть! Есть мобы, ребята, пошли! Мобы пошли, ребята! Нифига себе! Ребята, падают потихоньку! Они падают, ребята! Это нереально, они падают там. Ой, дебил.
Они там просто... Вы посмотрите на это! Как мне их всех тут переубивать? Там криперы, и это капец, ребята. Ферма работает. Господи, я не ожидаю. Ну, короче, давайте их пусть они там пока пусть еще падают. А я пока что запишу подписчика, пойдем их всех перебьем. А, вот таблички. Надо новые крафтить. Оп. Блин, они прям постепенно падают, выпадают. Так, Роник. Так. Кстати, мне же писать. Давайте запишем то, что для начала. Сделай ферму. Ферму. Опыта. Все. Сделай ферму опыта и. Опять же, он нам написал. Угу. Заведи. Ламу, и назови ее Даша. Путешественница, да? Все, у нас вот, смотрите, сколько уже подписчиков, достаточно много написано. Вот это, я не знаю, как прям сделал себе золотой алтарь. Я еще не знаю, где его выполнять. Ну, мне такая часть... О, мать, ой-ой-ой. Они все исчезают же, точно! Стоп. Как они тут всех переубивали? Ладно, давайте подождем, да, ребята? Пусть они падают. Хотя давайте их сразу, давайте. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Давайте подходите поближе. О, смотрите! Зомби атакует их, красавчик! Давай, оп, опыт фармится. Давайте тут подпишем. Ферма. Ой. Да, ферма опыта. И здесь напишем. Не знаю, зачем, для красоты. Да, блин. Ферма опыта. Готово. Фух, так. Ну все, будем ждать. Сейчас они там падают, капец. Они, это реально работает. Я думал, они нифига падать не будут, но они работают. Они работают, это хорошо. Фирма реально здоровая, мать моя женщина. Ладно, ребят, давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Это 21 серия уже. Мы сегодня сделали фирму опыта. Но пока что всем удачи. Переходите в мой телеграм. При этом сообщаю информацию. Всем удачи и всем пока.